на постоянку никак не получится. Как бы в разовом режиме вопросы готовы решить. То есть, скажем так, с вас размер, сумма. Вот, чтобы там, как говорится, потом не обидно было. Но разово. Сейчас мы эти документы начнем оформлять. Вот примерно в таком формате, как. Я не знаю, как это в разовом, как это получится, понимаете? Потому что сейчас, если что-то у нас случится, потом, не дай боже, что-то какие-то будут. Ну, что-то случится, блин, да, к нам придет материал, скажешь: слышь, родной, мы с тобой все договорились. А что ты ко мне сейчас предстаешь?